Вот они такие теплые, ватные. Сильно линяют ведь, да? Вообще не вылиняют. Даже не, вот как родилась, даже линьки не было. Хорошая моя девочка, такая ты красивая, да. Вам можно аплодисменты? Можно. Аплодисменты. Спасибо, благодарю. Так, мне нужна секунда, посадите ее, пожалуйста. Поставили это дело на потом. То есть сначала бенгалы, конечно, не так выглядели, уже позже была подмешана обыкновенная черная пушка. Тогда уже получили мы вот такой вот красивый тип бенгалов. Но когда до 66 года эти котята продавались на рынке в Дели корзинками, подсосные котята где-то 3-4 недели, кушать не умели, ничего не умели, но богатые европейцы, Индия же была английской колонией, соответственно, туда приезжали богатые люди отдыхать, покупали на рынке этих бенгалов пачками, это не верю, потому как они возле саванны рядом не стояли, но тем не менее, красивая легенда, о которой мы, в общем-то, можем мечтать, правда ведь? Породообразующие признаки – это розетки. Розетки, они должны быть, может быть, пятно, может быть, розетка, но обязательно симметричные. Из породообразующих признаков розетка должна быть замкнута по своему кругу, затемнена по контуру и осветлена внутри. Категорически невозможно иметь никакого серого подшерстка. И, конечно, ну, цвет глаз. Цвет глаз у них не имеет такого большого четкого стандарта, за исключением сноу-бенгалов. Снежные бенгалы пошли из Англии. Не так давно, кстати, они пошли. Вот они только с синими глазами. Это признано только синеглазые животные. Мягкая шелковистая шерсть у этих кошек должна быть. Вот здесь вот очень хорошо мы видим, смотрите, какой шикарный прокрас подшерстка, то есть оранжевый. В стандарте написано так, что вот животиком покажите, живот должен иметь цвет основного тона, то есть здесь он такой абрикосовый, да, абрикосовый. Это, кстати, у абиссинцев, те животные, которые вот очень сильно тонированные. С другой стороны, покажите, пожалуйста. О, это узнаю бенгальский голос. Все правильно. Смотрите, какие хорошие розетки. Это у нас девушка. Девушка у нас такая скандальная. Девушка 6 месяцев. Конечно, великолепная голова. Среднего размера уши, очень хороший профиль. Поверните спинкой, и я хочу, чтобы вы посмотрели, как красиво, правильно растекается вот эта вот полоса, которая прерывается и идет в формирование розеток. Великолепная девушка. Это у нас котик, молодой человек у нас тут есть, молодой человек. Смотрите, шелковистая шерсть. А ты хочешь туда-то, так, пожалуйста, не, себе не отказывай. Если хочешь, иди, он будет играть. Это молодые все животные, поэтому, конечно, они... здесь это уголек у нас, да? Уголек, а генетически есть у вас тест на уголек? Да, конечно, уголь, это угольное серебро. А, ну есть тест? Или нет? А, на котенке нет. Ага, а на родителей есть, да? Да. Но уголь, что такое уголь? Совсем правильно. Симметричные розетки. Очень хорошая текстура шерсти. Ну, тебе надо когти точить. Ты у нас как крокодил, зубки точишь, да? Великолепный котеныш. Ваши аплодисменты. Держите. Спинку покажите. Спинку покажите. Ну, а там какая красная спинка. Спинку, пожалуйста. Нет, прямо спинка. Давайте я покажу, вы не умеете. Да. Смотрите, сейчас покажу. Давай. Видите, как красиво, да? То есть мы видим полосы, которые расходятся и превращаются в розетки. Держите, пожалуйста. Так, и у нас, это у нас тоже уголек, да? Да. Маленькая моя такая зайка. Здесь, конечно, затемнены немножко розетки, но вообще-то вот это угольное серебро, это такой новый окрас, он стоит еще на стадии своего развития, нет четкого описания этого окраса, еще пока не разработаны какие-то генетические рекомендации для экспертов. Это, в общем-то, на стадии становления развития. Я думаю, что это все получит, это надо, по большому счету, надо признавать. Потому что у нас есть четкое описание стандарта. Но здесь мы видим закрепленный тип.
симметричные, кстати, очень даже симметричные розетки. Очень правильная полоса на спине, где расходится мрамор. Зеленые глаза, очень хороший характер, кстати. Смотрите, какой светлый животик у нее, да? Животик говорит о том, что это цвет основного тона, то есть черный. А вот здесь вот мы видим, видите, все это такое светлое, красиво осветленное. Ну, интересная девушка, очень правильные уши. Пожалуйста.